Добрый вечер, добро пожаловать на шоу Такера Карлсона. За неделю до вторжения России на Украину жуткая история начала появляться во многих американских СМИ. Неназванные источники в администрации Байдена предупредили, что Владимир Путин готовит, как они сказали, нападение под чужим флагом. Целью этого было стать поводом нападения на Украину. Предполагалось, что Путин устроит массовое убийство, а потом обвинит в этом Украину. Так что Пентагон сказал американцам ждать, цитата, «очень жуткую пропаганду, включающую в себя изображения трупов и актеров, изображающих страдания, картины руин, а также вооружение в руках украинцев или Запада». Конец цитаты. Это довольно непростая история, но СМИ приняли ее за чистую монету и повторяли, даже не анализируя. Один из немногих, кто осмелился задавать вопросы, откуда вообще взялась эта история, был репортер из Associated Press по имени Мэтт Ли. И за это Госдеп обвинил его в работе на Владимира Путина. Вот что происходит, когда вы задаете неудобные вопросы. СМИ это быстро понимают и перестают спрашивать. Но неделями администрация продолжала предоставлять, как она их называла, рассекреченные разведданные о российских планах. Власти говорили, что Путин собирается использовать химоружие в Украине. Сам Джо Байден это повторял. И именно поэтому, говорил он, мы должны послать еще 14 миллиардов долларов налогоплательщиков украинскому правительству. Все в Вашингтоне принимали это как должное, и правительство США посылало деньги. Но Байден не говорил правды. И позже администрация признала это. Согласно NBC News, множество сотрудников администрации Байдена признали, что, цитата, «нет никаких доказательств, что Россия привозила какое-либо химоружие к Украине». Так что это была неправда, но это не было единственной ложью. NBC описала эту фикцию о химоружии как всего лишь один из примеров неподтвержденной информации, которую администрация Байдена заявляла как реальную. Так что они не только лгали нам о том, что происходит в Украине, а врали они масштабно. Но поразительно, и это особенно важно, NBC это даже не беспокоило, по сути, они это приветствовали. NBC описывала ложь, которую администрация Байдена нам рассказывала, как, цитата, «смелой и до сих пор успешной стратегией». А потом NBC послала одну из нанятых ею марионеток разведслужб сказать нам, зрителям, что мы должны быть благодарны за то, что администрация Байдена лгала нам. Смотрите. И теперь мы в гуще войны, и США предоставляла разведданные, основанные иногда не на самых надежных источниках. Например, Соединенные Штаты опубликовали, что они считают, что были признаки того, что Россия, возможно, готова использовать химические вещества в Украине. И теперь этого не произошло, и власти говорят нам, что одной из причин опубликовать это было желание предотвратить это. В другом случае они говорили о том, что Россия обратится к Китаю за военной поддержкой. Но не было никаких признаков и этого, но таким способом предупреждали китайцев не делать этого. А, это очень хитро! Администрация Байдена использовала дезинформацию, чтобы манипулировать мнением американского общества. Но NBC хочет, чтобы вы знали, что это нормально, потому что намерения были хорошими, благородными. Итак, как нам к этому относиться? Новостная организация приветствует обман общества. Но с одной стороны, это сбивает с толку. Репортеры существуют, чтобы говорить правду, это и есть их работа. Узнать об этом — это как услышать, как доктор хвастается, что убивает пациентов. От этого холодок по коже. Если новостные организации активно продвигают ложь о войне, то чему нам остается верить, что нам считать правдой? И если честно, то трудно понять, что правда. Мы можем быть уверены, что российские солдаты совершали ужасные вещи в Украине, есть бесчисленные картины этого, какие-то из них по-любому настоящие. Но мы также можем быть твердо уверены, что война, вне зависимости от того, что они нам говорят, это не детская сказка о добре против зла. В конце концов, это Восточная Европа. Все гораздо сложнее, чем это выглядит в американском телевизоре. Согласно «Нью-Йорк Таймс», недавнее видео, например, показывает украинских солдат, убивающих захваченных российских военных. «Это ведь не люди», — заявил на камеру один из украинских солдат. Украинское Министерство обороны позже хвалило эти убийства и называло их четкой работой. Так что это было, и это отвратительно. Оправдывает ли тот факт, что это отвратительно, вторжение России в Украину? Конечно же нет. Вторжение России в Украину неправильно, и результатом этого вторжения стала трагедия для всех по всему миру. Но в то же время, поскольку наши лидеры настояли вмешать эту страну, Соединенные Штаты, в гущу этой далекой войны по причинам, которые нам до сих пор не объяснили, мы, американские граждане, предположительно управляющие нашей властью, имеем право спросить, куда идут наши деньги и что делается нашим именем.
Но это последнее, что собираются делать те, кто прикрывает Белый дом. Вместо этого вот что они делают. Смотрите. Итак, учитывая кошмарные видео и изображения ужасов в Буче, которые мы сейчас видим, политика США все еще не за смену режима в России. И если так, то почему кто-то типа Владимира Путина все еще видится США как кто-то, кому позволяется оставаться у власти? Ну, я думаю, наша политика не за. Мы не призываем к смене режима. Это не было нашей политикой и продолжает ей оставаться. Если он военный преступник, то почему ему позволяется оставаться у власти? Наша политика не призывать к смене режима. Мы не призываем к смене режима. Что ж, это был репортер NBC. Если вы не услышали его из-под этой маски повиновения, то вот, цитата. «Почему Путину должно быть позволено оставаться у власти?» Так и сказал. Трудно поверить, что кто-либо смог вместить столько высокомерия в один вопрос. Давайте немного разберемся. В какой момент этот репортер представил, что у Джо Байдена есть власть решать, которым из мировых лидеров должно быть, цитата, «позволено править своими странами»? Это его конституционное право? Если нет, то откуда оно у него? И что именно, по представлению этого репортера, Джо Байден может сделать? Ему может не нравиться Путин, большинству людей не нравится Путин, но у Путина есть крупнейший в мире запас ядерного оружия. Что ж, давайте для примера предположим, что у Путина нет желания подать в отставку сегодня. Что дальше? Ну, гений из NBC News не предлагает, что дальше. В то время как на CBS они гораздо более конкретны в том, что дальше. Посмотрите, как их так называемый репортер требует, чтобы США начали войну с Россией немедленно. Почему кошмарные картины в Буче не должны убедить мировую объединенную коалицию симметрично ответить? Вы имеете в виду войну? Объясните подробнее. Конечно, военный ответ, возглавляемый Соединенными Штатами и международными партнерами. Вроде приведения туда войск Соединенных Штатов и НАТО? Ну, президент рассказал о возмутительных вещах. Вы назвали их ужасами. Вы сказали, что, возможно, нам стоит ожидать худшего. Почему нет? Я думаю, что цель президента и его ответственность — это принимать решения в интересах Соединенных Штатов и национальной безопасности Соединенных Штатов и американского народа. И это не война с Россией. Замечали когда-нибудь, что те же самые люди, которые сами так боятся вируса простуды, что носят свои масочки на людях? Эти люди — это те же самые, которые воодушевляют детей и других людей идти умирать на поле боя. Так что вопрос был, почему эти картины, которые мы видели по телевизору, не оправдывают войну с Россией? И впервые публицист президента, как вы видели, потеряла дар речи. Цитата «Вы имеете в виду войну?» «Конечно», — сказал репортер. «Конечно! И вот так начинаются бомбардировки, и огромное количество американцев умирает. Вот так просто! Конечно! Начнем Третью мировую!» Это психиатрия! Это настолько опрометчиво и безумно, настолько пренебрежительно, что вам покажется, что это всего один парень, который перегрелся в комнате брифингов Белого дома, не справился с эмоциями после просмотра слишком большого количества особенно возмущающих новостей из Украины. И да, они возмутительны. Но это не единственный эмоционально не сдержанный репортер в комнате для брифинга. Это каждый в Вашингтоне. Внезапно они все такие. Они все готовы сбросить западную цивилизацию с обрыва после избыточного просмотра новостей на кабельном. Вот еще один псих в рядах прессы, предполагающий, что Путин в союзе с невидимыми силами белых супремасистов в Соединенных Штатах. Так что среди нас, леди и джентльмены, пятая колонна. Годами публичные репортажи показывали, что белые супремасисты и другие внутренние экстремисты развили у себя симпатию к России. Есть ли обеспокоенность, что поскольку российская экономика продолжит сжиматься, Россия в ответ может попробовать вдохновить внутренних экстремистов и террористов совершать акты насилия на американской земле? Почему это всегда такие люди идут в новостной бизнес? Тупые, неловкие, с которыми вы за один стол не сядете, и этого, поверьте, достаточно, чтобы переосмыслить свой карьерный выбор. Но то, что он говорит здесь, это возможно ли? Что Путин управляет своими собственными тайными группами белых супремасистов здесь, в Соединенных Штатах, и будет, стараюсь подобрать слово, «восстание под управлением Путина». Другими словами, есть ли связь между 6 января и войной в Украине? Это сумасшествие, это буквально безумие. И это репортеры Белого дома.
И это не только репортеры, освещающие Белый дом. Вот ведущий с MSNBC, говорящий вам, что если мы не объявим войну России немедленно, рискуя ядерной катастрофой, то, что мы зовем демократией, навсегда исчезнет. Мы уже прошли точку санкций, строгого осуждения и ареста мега-яхт-олигархов. Мировой порядок и, возможно, существование демократии висит на волоске. И если не для этого момента создавались Объединенные Нации и НАТО, и ООН, и G20, и Совет Европы, и G7, то для чего они вообще нужны, если не остановить это? Мир не может стоять в стороне, пока Владимир Путин продолжает свой террор. Окей. Смесь полной самоуверенности, тотального высокомерия и лицемерия опасна. Украина даже не в НАТО. Крутой парень. Неважно, мир не может стоять в стороне, говорит Али Велши. Это поднимает очевидный вопрос. Так что должен мир сделать, кроме как ужаснуться, что естественно и оправдано? Журналист Аарон Матте спросил у Али Велши для подтверждения. Он спросил, цитата, «Как вы предлагаете Западу и НАТО действовать? К чему вы призываете?» И Велши, по крайней мере, честно ответил, цитата, «Прямое военное вторжение». О! И как это будет выглядеть? Сколько людей в MSNBC умрут? Давайте скажем ноль. Сколько людей в Америке умрут? Вероятно, многие тысячи. Но это не только Али Велши, кто так говорит. Это по всем кабельным новостям. По всем кабельным новостям. И определенно по всему MSNBC. Вот майор армии в отставке Джон Спенсер призывает американские войска стрелять россиян. Прямо так. Я знаю, что говорю. Я отслужил 25 лет. Я служил, чтобы защищать невиновных. Мы лидеры свободного мира. Так что да. И моя жена все еще служит, я не решаю за нее. Но на сегодняшний день я готов, в отличие от предыдущих дней, поставить людей для прямого противостояния с Россией, чтобы остановить Россию. Назовите это миротворчеством, назовите как хотите. Мы должны делать больше, чем поставки оружия, и под «мы», я понимаю, Соединенные Штаты. Да, мы должны это сделать в союзе со многими другими, но мы пример. Так что отправьте сухопутные войска, отправьте оружие прямо в Россию. Имеет место заблуждение. Вот парень, который после 25 лет говорит с уверенностью, что он служил в армии США, чтобы, цитата, «защищать невиновных». Но вообще-то нет. Ты служил в армии США, чтобы защищать Соединенные Штаты. Вот твоя работа. Точка. И если тебе говорили другое, то тебе лгали. И он говорит нам, что его жена сейчас служит, но он хочет войны. Так что вот парень, которому не терпится послать свою жену на битву против вооруженной ядерным оружием России. Надеемся, что его жена не увидит эту запись и что его никогда больше не будет на телевидении. Это серьезно. Война — это самое серьезное дело, которым занимается или не занимается государство. И в такой момент вы думаете, что у нас будут думающие ясно, спокойно, пока мы пытаемся наметить путь вперед через очень сложные времена. Но, по-видимому, нет. Вместо этого у нас идиоты, ведущие новостей, призывающие к смене режима, убить Путина. Хорошо, что дальше? А еще в Вашингтоне у нас эмоционально неуравновешенные клоуны, типа Адама Кинсингера, решающего свои личные проблемы на публике, крича «Война с Россией!». Кинсингер говорит это уже месяц. Хиллари Вон из Fox пошла в Капитолий, выследила Кинсингера и попыталась выяснить, о чем именно он говорит. Она спросила, должны ли мы сбивать российские самолеты, и мы рады, что она спросила, потому что вот что ответил Кинсингер. Ну, я вообще-то призывал к бесполетной зоне, с этим понятно, это было месяц назад, так что вы и так это знаете. Второе... Для вас нормально, чтобы США сбивали российские самолеты в воздухе над Украиной? О, да, конечно, если будет введена бесполетная зона, вы издаете указ, это для гуманитарных целей. Эти люди как дети, им плевать на последствия своих слов. О, да, сбивать российские самолеты! Нет, это может привести к Армагеддону через 8 минут. Эти люди безумны. Они полностью безрассудны, и они играют с нашим будущим. Им должно быть за себя стыдно. Но им не стыдно вообще. Вместо этого они накручивают агрессию и моральную непогрешимость. И в процессе они сильно влияют на политику правительства США и через нее, еще раз, на будущее этой страны. У власти самые безрассудные среди нас. В среду, в ответ на их постоянное понукание, Джо Байден еще раз предположил, что скоро США может начать войну с вооруженной ядерным оружием России. Вот суть.
Эта война может продолжаться долго, но Соединенные Штаты продолжат стоять с Украиной и украинцами в борьбе за свободу. И я хочу, чтобы вы знали это. И, кстати, если мне придется идти на войну, я пойду с вами, ребята. Я вам говорю. Я серьезно. Эта война может длиться долго. Что ж, неудивительно. В Вашингтоне они получат многое от этого. Украинцы не получат ничего, кроме изгнания, смерти и разрушения своей страны. Но в Вашингтоне многие получат выгоду. Как сказал Джо Байден, если придется идти на войну, я пойду с вами. Нет, мистер президент, вам будет 80 этой осенью. Вы не поведете войска в битву вместе с журналистами Белого дома. Вы призовете других сделать это.